Всем привет, меня зовут Серафим. Сегодня мы будем снимать детальки для Лего. Это коробка, тут детальки Лего. И сейчас мы будем смотреть, что там. Это у нас деталька открывашка. Вот так вот она работает. Очень выручает, если там какая-то деталька застряла у вас, или там еще чего-то, не хочет пальцами, то лучше вот такая вот штука. Она очень встречается в наборах Лего Сити. Следующая у нас ячейка, это оружейная. У меня есть тут холодное оружие и огнестрельное. Сначала мы посмотрим холодное, а потом огнестрельное. Есть у нас такая катана. Вот так вот она крепится. Вот так человечек выглядит. Следующий это у нас дубинка полицейская. Вот так вот. Это у нас булава. Вот такая. Есть еще бензопила. Еще есть факел. Огонь, топор, щипцы, батаранг, гаечный ключ, бензопила, катана и бочка. Это моя коллекция огнестрельного оружия. В этой части пистолеты, а в этой автоматы. Так, вот РПГ. Она съемная, и в ней можно играться. Вот так вот. А это у нас пулемет с съемной перезарядкой. Вот это у нас перезарядка, а это у нас пулемет. И сейчас я вам кратенько покажу, что у меня тут еще есть. В этой самой длинной ячейке у меня лежит руль от корабля морского и лодка. В этой ячейке у меня есть крышка от ящика, такая, и еще много чего. Фонарик, рация, голосовой передатчик и гранаты, дымовая шашка и бомба. А это у меня животное. Это спецназовская собака. А это обычная. Это у нас продукты. Там есть рыбка, чашка, соль и верхушка от мороженого и батон. Это у меня разные шапки. Там есть противогаз, капюшон, кепка и каски. И еще у меня есть динамит и камера. Листик для пальмы есть еще. Есть аксессуары для человечка. Есть портфель, а есть мешок. Это все, что я вам сегодня хотел показать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!